Семья Светланы Опенко переехала в квартиру на 9-м этаже 2 года назад. Начали, как и полагается, с ремонта, причем практически капитального. 2 недели назад, как все стало таять, все и потекло. Через натяжной потолок все вспучилось, вся штукатурка, все обои. Вот. До сих пор все сырое, мокрое. Ну, видно, все мокрое. В это же время побежали ручьи не только в квартире, но и в коридоре, причем по свежей побелке. Здесь побелили, покрасили месяц назад. Здесь тоже это все было сделано, побелено, подштукатурено, тут что-то делали. Ну и вот, все опять, вплоть до ведерка. Обращение в управляющую компанию результатов не принесло. Максимум, что делают коммунальщики, счищают снег с крыши. В данном доме не заложено ни одного квадратного сантиметра на ремонт кровли, к сожалению. Ремонтировалась данная кровля тоже отдельными частями, не полностью, как в других домах. В тех домах, где мы покрыли дома сразу одновременно 100% площади кровли, такой течи нет вообще. Что касается конкретного случая, директор управляющей компании пообещала прислать к Светлане мастера для составления акта и заверила в положительном исходе ситуации. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Наше время.